Сегодня мы рассмотрим, как откалибровать стабилизатор на DJI Osmo Pocket. Есть всего два способа, простых, и тем не менее о них стоит упомянуть, так как немногие знают, что можно откалибровать как из приложения, так и напрямую в самом DJI Osmo Pocket. Поехали! Видео, можете оставить свои комментарии, поставить лайк, ну и если хотите, подпишитесь на канал. Всем пока!